Цены на школьные принадлежности неумолимо растут, а малоимущим семьям все сложнее собрать детей в школу. С целью помочь ребятам достойно войти в мир знаний, благотворительный фонд «Инсан» проводит акцию «Собери детей в школу». О тех, кто нуждается и как им помочь, расскажет Абдулла Алиев. Вот уже несколько лет фонд «Инсан» в преддверии нового учебного года проводит акцию «Собери детей в школу». В ее рамках проводится сбор денег для приобретения самых необходимых предметов для школьников. Портфели, тетради, ручки и другие канцтовары детишки подопечных фонда получают от неравнодушных людей. Таким образом, с помощью фонда «Инсан» каждый год дети приступают к занятиям в полной готовности. Для детей наших подопечных это очень большая радость, это для них праздник. Как мы знаем, мы очень много слышим, что много говорится, дети – наше будущее. Но прежде всего, дети – это наши настоящие. От этой акции очень радостны бывают подопечные наши дети. Индира Давлетмурзаева – подопечная фонда и одна из участниц акции «Собери детей в школу». Одна своими силами она воспитывает и обеспечивает 4 детей. Двое из них уже учатся в школе, но в сентябре в первый класс пойдет и младший сын. Эта акция, по словам Давлетмурзаевой, окажет ей существенную помощь в подготовке детей к учебному году, так как самой ей будет трудно это сделать. Это очень весомая помощь, потому что я, например, я считаю, что для меня это очень большой вклад, потому что я сегодня, честно говоря, думала, даже уже по своей работе, ходя по городу, я захожу в какие-то магазины, ищу там приемлемые цены, потому что как-то и сейчас и цены очень большие, высокие, да, на все. И троих детей, например, для меня одевать это очень тяжело. Думаю, для подопечных фонда это было бы очень такой помощью, которая... Потому что не каждый может себе это позволить. На самом деле не каждый может позволить, и тем более не один. И я знаю очень многих подопечных с фонда, у которых не один ребенок идет в школу, а идут несколько детей в школу. В прошлом году только в Махачкале с помощью акции удалось помочь собрать в школу более 400 детей. Этот год не станет исключением. Фонд «Инсан» объявляет сбор денег и призывает всех неравнодушных людей не оставаться в стороне и внести свой вклад в богоугодное дело. На ваших экранах реквизиты, на которые можно сделать денежный перевод, и номер телефона, привязанный к карте. Любая внесенная вами сумма поможет собрать нуждающихся детей в школу. Абдулла Алиев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.